По прогнозах синоптиков, у ближайшие дни умовы для полевых работ істотно не изменятся. Аграры смогут работать, не снижая темпов. До конца этого тыдня у регионе захавается ясное солнечное надворье без опадков. У ночи будет до 3, у день до 11 градусов тепла. У неделю поветра прогреется до 14 градусов. По попередних прогнозах, теплым будет и початок наступного тыдня. Однако у понеделок махчимые невеликие дожди.